дискуссии об электронных выборах идут в нашем обществе уже не один год. Эстония — единственная страна Евросоюза, где интернет-голосование — доступная для каждого избирателя форма участия в выборах. Несмотря на кажущееся удобство, другие европейские страны так и не ввели эту систему, в основном из-за невозможности обеспечить безопасность процесса, отметила Яна Том. Результаты выборов в Эстонии можно исказить, а тайну голосования нарушить посредством хакерских атак, компьютерных вирусов и иного вмешательства третьих лиц. А возможность переголосовывать неограниченное количество раз девальвирует саму идею выборов. В настоящее время нельзя быть уверенным, что результаты интернет-голосования в самом деле отражают волю избирателей, считает депутат. Выборы через интернет больше нет нигде, и во многих странах их пытались проводить, и от них отказались. Саша, в Германии Конституционный суд отказался от выборов по интернету с формулировкой, которая очень мне понравилась. Они сказали, что в процессе выборов абсолютно все, начиная от сформирования списков и заканчивая подсчетом голосов, должно быть доступно для наблюдателей, обладающих специальными знаниями. Ну, в принципе, логично, да? Или, скажем, в Нидерландах отказались от выборов по интернету, потому что боялись, помимо всего прочего, что к 30-му году, они это подсчитали, будет возможно задним числом вычислить, кто за кого голосовал. Кроме того, она считает, что одним из главных недостатков интернет-голосования являются семейные выборы, когда кто-то голосует за всех родственников, просто собрав у них ID-карты и пароли. Тем не менее, на взгляд специалиста по интернет-банкингу и безопасности Антона Кекса, несомненным плюсом системы электронного голосования является то, что она делает полностью невозможными махинации, применяемые при обычном голосовании, например, так называемый метод карусели. Тем не менее, он не исключает того, что человеческий фактор может сыграть свою роль и здесь. Как бы человеческий фактор все равно не исключен, но гораздо меньше человеческого фактора в электронных выборах, и поэтому их гораздо проще проверить, что там все в порядке, в отличие от обычных выборов. Например, многие типы атак, типа, как называется, по-моему, карусель, они вообще невозможны в случае электронных выборов. Кекс также обратил внимание на то, что система e-выборов полностью обеспечивает тайну голосования, так как до момента выборов известно, кто голосует, а после окончания известно только, за кого голосовали. Так или иначе, но дебаты в обществе по этому поводу продолжаются, и значительная часть населения по-прежнему не доверяет новой системе. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.